Доброе утро, наши дорогие зрители, подписчики канала. Что мы в Сочи? Сегодня первый день, первый влог из нашего любимого города. С погодой везет, значит, будем очень много гулять. Зачем в грязь ты идешь? В грязь зачем идешь, сынок? Будем смотреть, что здесь новое, отдыхать, расслабляться. Смотреть новые детские площадки, они здесь. Открыли сейчас Родион, подожди. Ну и, соответственно, кушать, возможно, искупнемся, но это не точно. Подписывайтесь на канал, сразу прикрепляйте лайком. И погнали. Мы остановились в нашем любимом районе, Веритенко. Вон там, вон, Green Park. Green Lane Park называется, вообще новый. Green Sail Park, да. Новый жилой комплекс. Я вообще вот сюда загонял машину мыться. А не знал, что вот здесь, вот в этой боксах, есть самомойка. И для меня прям это случилось открытие в эту поездку. Да я, в принципе, на этот жилой комплекс не обращал внимания, что здесь заезд. Я думал, что как-то к нему с трассы нужно подъезжать. И более сюда попали, да? Да, и мы в этот раз хлопцы как-то заехали сюда. Здесь район развитый, урожайная улица, вот она. Магнит, ДНС, прокаты... СДЭКи, все здесь есть. Район бомбический. Какие виды? Вообще просто нереально. Вот так вот, видите, за моей спиной, вот там красно-белые домики, это ЖК урожайный, как раз где мы и жили. Да, снега там просто трындец. Я напомню, что мы в Сочи прожили суммарно год. У нас есть наш авторский гайд, где есть рекомендации, локации, где вкусно кушать. Короче, куча информации, две части. Цена гайда всего лишь 490 рублей. Пишите мне в директ в Инстаграме, либо Настеньке. Приобретайте, изучайте, путешествуйте по Сочи с легкостью и с удовольствием. Идем в сторону пляжа. Здесь слева есть орнитологический парк, он очень-очень большой, там всякие птицы, звери, которые обитают в Веритенской низменности. Ну и самое бомбическое, это, конечно, вот, это виды невероятные. Попробуем дойти до Олимпийского парка, там какая-то огромнейшая детская площадка. Не детская, а спортивную построили. Посмотрим, что она из себя представляет. Ой, я даже не представляю, как передать вам вот эту всю красоту снежных гор. Это великолепно. Как мы всегда здесь любили гулять. Это Таврическая, и улица уходит вот направо, да, если туда идти. И сразу упираемся в набережную. Бархатные сезоны, бридж. Кстати, как мы сняли квартиру, посмотрите предыдущий выпуск, это был просто трэш. Трижды кинули, это, конечно, было невероятно. В общем, посмотрите, я ссылочку оставлю в описании. И когда мы искали себе жилье, мы рассматривали вот этот вот домик, вот, прямо на Таврическую находится, здесь до моря буквально 300-400 метров от нашей любимой улицы здесь. Но почитали отзывы, ну там, знаете, такое жилье чисто переночевать. Вот, поэтому мы сняли другое. И здесь, кстати, цена была 3000 за трое суток. То есть, соответственно, ну, это очень дешево. Даже независимо, какое бы там жилье не было, 3 рубля – это вообще обалденно на Таврической. Вчера зашли в наше любимое кафе-ресторан-столовое. Вот она, вермишель. И... приуныли, потому что ценники там поднялись в два раза. Тоже вчера, когда заходили, рассказали про это, тоже гляньте в выпуске. А здесь пооткрывалось вон много нового, семейные традиции. Это, видимо, тоже кафе, какой-то фейерверки, сувениры, аптека, алкотека, 24 часа семерочка. Микро какие-то развлечения. Ну да, вы сначала идете, короче, в алкотеку, а потом идете просто в аптеку. Так, здесь по-прежнему магнит, здесь ничего нового. Детский парк развлечений такой бестолковый, конечно же. Тоже мы там как-то детей туда отправляли. Вот такая обстановочка. На море стоят эти пуфики. И можно заметить сабордистов в море.
Вообще пусто. Пусто, очень пусто. Сейчас пробуем до той стороны дойти, там, где Рэдисон. Посмотрим, как будет там. Кстати, Настенька, умница, заметила. Это то, что вот эту дорожку, велодорожку, ее обновили. Она, вот сколько мы идем, она полностью без лямок. Новая. Прям свеженькая, свеженькая. Покрытие. Это парк, отель Арфа. Это вот эти вот виллы, которые стоят. Это их собственный пляж. Вот Арфа парк отель. Вообще, когда вот такая погода в Сочи, неважно, зима это либо весна, сразу активируются моржи. Вообще молодцы на самом деле. Закаляются, купаются. Прекрасно. Сегодня, наверное, на солнышке будет все 18. Вон у нас Мирончик тоже налегке. Да. Пацаны вообще свои куртки сняли. Здесь это справа, за оградочкой, это поющий фонтан. Вообще, кстати, очень клевый, потому что здесь даже огонек выстреливает, по вечерам проходит. Мы пришли на пляж Рэдисон, наша любимая булочная, наш любимый пляж. Здесь прикольно так отдыхают люди с палатками даже. Но самое, что интересное, впервые вижу, что на Рэдисоне вообще нет песка. Прикиньте, какие шторма сильные были, и все это дело смыло. Здесь и волейбольные площадки стояли, и песок вообще никогда не смывало и не убирало. А сейчас вот такая вот история. Да, печально. Спустились мы на пляж, видите? Вот так вот. Прикол, я, конечно, такого вообще никогда здесь не видел. Вот так, чтобы люди отдыхали с палаточкой, чтобы не было песка. Да. Вот это тут штормило. Ну, пойдемте к морю. Подойдем. Водицу тронем. Холодную, холодную, 10-градусную. Вау. Иди сюда. Ой, слушайте, да даже камни вообще холоднющие. Иди сюда, волна. Привет, правильно, парни, да? Ай. Привет, черное море. О. Да. Холодная. Настенька выдает мысль. Что тебе нравится? Что здесь мало людей. Меньше, чем в прошлом году, да? И, наверное. Ну, это, видимо, гораздо связано с того, что ценники X2 на все подлетели. На аренду, да, на еду. Вообще. Ну, не, на аренду не так уж, кстати, ну, более-менее нормально. Ну, как была, вот мы снимали, была 30, стало 50. А, ну, на долгосрок, да. В этом, да. А посуточная, кстати, хорошая аренда. Ну, и да, гляньте, как пусто. Гляньте, как пусто. Самое лучшее занятие. Берете хлеб, бросаете чайкам, и вот так вот они подлетают. Сейчас вот на кого-нибудь нагадят. Вот ей явно не нравится это. И будет прикол. Хочу вам еще немножко рассказать. Вот смотрите, на Рэдисоне было навесов вот раз, и был еще здесь второй, то есть почти до пляжа уходило. И вот, видимо, из-за штормов вот этот бетон, туда крепились вот эти металлические балки, их вымыло, и все это дело убирало. Вот сейчас, где я стою, были волейбольные, футбольные площадки с песочком, а сейчас ничего нет. Вот здесь вообще нет песка. Небольшая галька осталась, вот такая мелкая, да? Вот, как на мандарине в Адлере. И все. И все смыто. Просто невероятно. Вообще очень интересно приезжать в места, где ты был, видел одну картину, и потом приезжаешь через какое-то время и видишь совершенно другую. Мол, типа, ва, ничего себе! Вот это да, вот это изменение. Так, полетели за чайкой. Сочинские попугаи, видите, какие красивые. Вот еще сочинский попугай. Почти ручной. Вообще куда-то песок смотрит.
Мама, мне не до птичек, скажи. На море его, на это районе он море. Конечно, мои мимо булочной нашей любимой пройти. Да, мимо не прошли. Ну понятно, не смогли. Это мы там потом чай попьем, просто я чтобы не возвращаться. Взял, я понял, ладно. Цены, кстати, булочные такие же, не изменились. По 100 рублей. 90-100 рублей булочка. Обычная. Ну, большая и обычный вкусные. Хлеб. Нет, я взяла вообще офигенские. Вот мы сейчас попробуем. А, ладно. Снова хочу подчеркнуть, клево то, что здесь идешь по набережной, и все люди улыбаются, восхищаются, говорят, вау, 12 февраля, вау, как тепло. А в этой части Мирительки уже, конечно, больше людей, даже вот на пляже, да, можете посмотреть, достаточно прям, здесь прям такая движуха. Вид, смотрите вид какой на горы, ай, красота. Время к обеду, люди начинают вылазить, ну и, конечно, все одеты кто в чем, да, поэтому тут сложно судить, в чем нужно, в куртках, в шортах, кто как вообще, ну, в принципе, как всегда на юге. Мы, кстати, неоднократно вот в этой пицце папе покупали пиццу, очень вкусная. А вот здесь чуть подальше открыли ресторан-клуб «Велдон» называется, я помню, он был на реконструкции. Здесь даже, видите, эта велодорожка, она другого цвета, совсем недавно, может быть, даже он еще и не открылся, потому что внутри, по-моему, там идет ремонт. А в этой части вообще много изменений, вот, например, мое счастье, открылось какое-то кафе, абхазская лавка, дальше остров Мармелада, это все новенькое. Вот очень много. Да. Вместе. Нет, вот. Семейное кафе вместе это было. Вместе, да? На море, да. Сюда точно стоит приехать в не сезон. Так что, если смотрите выпуск, собирайте чемоданы и отправляйтесь сюда. Хочу вам еще показать, как сильно волна сбила берег. Но здесь прям высота, вот можно по людям посмотреть, им по пояс, сюда, видите, какой скос. Это мы, кстати, почти уже на пляже Роза Хутор, вон там вот за мостом Роза Хутор. Родион, и... что ты нашел, расскажи мне. И что динозавра. Да, и настоящая. Что ты будешь с ним делать? Только что? Я не знаю, что это. Родион, моя женщина подошла, и сфоткала. Прикольно. Артем, мы на площадку пойдем? Нет. Почему? Там кто-нибудь есть? Почему? Не хочу. Почему не хочу? Ну, я хочу на море время проводить. Потому что приехал на море, зачем тебе эта площадка, да? Да, ну каждый день, блин, с ним будем гулять. Блин, плакать. Вот так вот. Вот сидим и ждем уже, наверное, час, может даже больше. Ни в какую не хотят идти на новую площадку смотреть. Мы с собой взяли из дома чай, и вот то, что ребята купили, я вам покажу. Вот такие вот 4 голта. Все, сейчас перекусим и пойдем дальше. Хочу вам еще показать вот эту стройку. Посмотрите, сколько этажей уже построили. Буквально летом здесь все только начиналось. Был фундамент. И еще добрались вот до этого старинного здания. Я все думал, что его трогать не будут, но нет.
добрались. А еще я сейчас просто охренел. Дети подбежали ко мне и говорят: папа, в туалет хотим. Я пошел их на набережную сводить в туалет. Прикиньте, 40 рублей с человека. Я говорю: это дети. Она говорит: у нас все платно, неважно какой возраст. 40 рублей. Я просто в шоке, если честно. Все, что хотели показать вам в этом выпуске, мы вам показали. Подкрепляйте лайком, пишите комментарии. И, конечно, если не подписаны на канал, подписывайтесь. Мы с вами прощаемся. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока!